Всем привет, это ваш переводчик Аслхан, и сегодня у нас будет реакция прямиком из Италии. Этой реакции уже 3 года, то есть еще во времена, когда я только заразился димашевирусом, так сказать, в инкубационный период, я часто смотрел на их реакции, но потом как-то вылетели они у меня с головы. Так что давайте наверстаем упущенное. Приятного просмотра. Всем привет, с вами канал The Babes. Наверняка вы нас знаете, смысл нам каждый раз это повторять. Сегодня мы будем делать реакцию на артиста, которого вы, можно сказать, своими запросами отправили в Италию. Вот смотрите, сколько здесь комментариев. Мама мия! Вы все предлагаете сделать реакцию на этого артиста. Димаш. О, Димаш. Мы итальянцы, мы это так произносим. Если мы произнесли его имя неправильно, то мы это не специально. Да, да, не набросайте нам дизлайков за это. А наоборот, поставьте лайк. Это новый артист для нас. Мы никогда не делали на него реакции. Я не знаю, кто он такой. Вот кто он такой. Но мы доверяем вашему выбору. Вы всегда это хорошо делаете. И предлагаете нам реально достойные видео. Ну так давайте. Да куда ты прешь? Давайте начнем. Без всяких лишних слов. Давайте уже начнем. Мы будем смотреть песню. Я просто обожаю эту песню. Все, я включаю. И вам с добрым утром. Извините, но мы не понимаем, о чем они там тарабарят. О, Мадонна, это же арфа. А это кто? Саян? Ты думаешь? Пока? Очень даже неплохо. Ну хорошо. А сейчас начнется. Мамма мия, какой голос? Вот это да, ребятки, у меня нет слов. Нет, нет, нет. Мадонна мия. Святая Санта Мария, откуда ты такой взялся? Нет, нет. Мне сейчас плохо станет. Этого не может быть. Это не Саян. Я жду вот эту партию. Прям не могу дождаться. Кстати, это все очень трогательно. Так эмоционально. Кстати, хотел сделать паузу и спросить, кто уже точно, конкретно едет в Дубай на концерт Димаша? Заберите меня. Заберите меня. Это старая... Тьфу, ё-моё.
Это старое видео, эта информация уже не актуальна, так что продолжим. Я так понял, это затишье перед бурей. Я никогда не слышала такой сильный мужской голос. Я о том же, поразительно. У него такой сопрано. Я просто в шоке. Они там, походу, тоже. А сейчас он разнесет нас в щи. Раскрошит нас в ризотто. Он поменял свой голос. Прям как переводчик. Послушай его голос. Это уже совсем другой голос. У него такой чистейший голос. Полностью согласен. Он будто тянет это уже целых 15 минут. Чего? Накидал всем, по самое аривидерчи. Ядрёни пепперони. Это полнейший шок, у меня даже шок в шоке. Это самая вышка. Его способность менять тон голоса. Да он же полностью меняет свой голос. Будто другой человек. Я никогда не видела что-то подобное за всю мою жизнь. Это ни в сказке не сказать, ни пером не описать. Он же пел вот так, в общем басом, не низко, а потом верхом, как Ариана Гранде. Мы обескуражены. Как такое вообще возможно? А мне почем знать? Да, Соян тоже удивительная, но он шокировал меня, потому что он мужчина и у него такой голос. Я тоже не ожидал такого, ведь Соян так низко петь не может. А он может, и возможно он поет даже выше, чем она. Это слишком. У меня нет слов. Я попытаюсь не смотреть его другие выступления и оставить их для реакции. Да, мы постараемся посмотреть все его выступления. Все, что я могу сказать, он просто не человек. Человек не способен на такое. Это была наша реакция. Надеюсь, вам все понравилось. Давайте сделаем 150 лайков. Давайте жмите лайки. Надеюсь, мы легко наберем 150 лайков. Да по-любому. Спасибо вам за ваши рекомендации. Подписываемся на наш канал. Включаем уведомления о выходе наших новых реакций. У тебя все? Да, я все. Чао! Блин, какой он все-таки необычайный. И еще, забыл вам вчера об этом сказать. Мне наконец-таки ответил наш всеми любимый араб. Он пишет, что у него все хорошо, что с его семьей все в порядке. Единственная проблема — это электричество,
которые включают всего лишь на 2-3 часа в день. Он передает вам всем большой привет и обещает скоро вернуться. На этом все. Всех обнял. Пока.